Добр дан, драги мои. Сегодня мы в Нови Саде. И говорят, что здесь очень много велодорожек, например. И скажите, пожалуйста, вы взяли велосипед в аренду. Сколько это стоит примерно, не примерно, на день и так далее? Как удобство перемещения по городу и в его окрестностях? Спасибо. Мы взяли велосипеды в аренду. Хотели покататься по равнинному Нови Саду, но нас приманила крепость Петроварзе. Съездив на нее на великах, мы, конечно, не стали подниматься по многочисленным ступенькам, но увидели, что совсем рядом с Петроварденской крепостью, буквально в получасе езды на велосипеде, можно съездить в город, который называется Сремский Карловица. Мы хотели очень сильно туда поехать на велосипедах, но проехав весь Петроварден, дорожки велосипедные и пешеходные закончились, и был вариант ехать только по двухполосной автомобильной дороге. Там ездят больше грузы, и мы просто не захотели ехать дальше, опасаясь за нашу безопасность. Ну а так, конечно, Сремский Карловец находится в 7 километрах от Петроварзена. Было бы очень здорово поехать туда на велосипеде. Я думаю, что, может быть, когда-то они сделают такую велодорожку, но пока, видимо, только на автобусах туда можно доехать. Велосипед нам вышел на один день. Один велосипед — 1200 динар, это около 1000 рублей русских. Российских выходит. Или 10 евро. Или 10 евро. И еще нужно оставить залог обязательно 100 евро. Или паспорт. Да, кстати, он предлагал нам еще оставить паспорт. 100 евро за один велосипед. На день я считаю, что это достаточно бюджетно, так как час в среднем в городе Нови Сад стоит 500 динар. Поэтому, конечно, 2 часа вы покатались, это уже 1000 динар. 1200 вы заплатите, возьмете в 5 часов вечера сегодня велосипед, завтра в 5 часов вечера вернете. На одни сутки покатаетесь, увидите весь город. То, что пешком, конечно, пройти очень тяжело, особенно в такую жару. Сегодня 23 мая, и на градуснике 27 градусов Цельсия, очень жарко. Очень жарко, все, видимо, лето началось. Это заметно по нашим лицам. Спасибо.